Спектакл! Эврисфей стал царем. Геракл героем. И тогда Эврисфей приказал Гераклу совершить 12 подвигов Геракла. Подвиг первый. Пойди и принеси мне шкуру немейского льва. Что такое гидра? Добрый вечер. Я очень рад, что сегодня у нас открывается новая гидроэлектростанция. Трансформаторная будка. Подошел я на минутку. И заткнулись провода. Аркадия. Эй, Аркадий! Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем пересосу свой паспорт. Аркадий, пойдем со мной к Эврисфею. Не хочу. Ну тогда... Давай пойдем со мной туда, где нет ни снега, ни дождя. Давай пойдем со мной в подъезд, там нет ни снега, ни дождя. Пойди и вычисти Авгиевы конюшни. Да тут мы убирались несколько лет. Попрошу очистить помещение. Эврисфей,
в следующий раз сам пойдешь. Ну вообще, ну невозможно же работать, а? Ну договаривались же с тобой. Там порвать кого-нибудь, поломать там что-нибудь. Подвиг шестой. Мне нужен критский бык. Бык, бык, бык. Ты погуби тебе бычок. У быка била губа была тупа. Это у кого это? Острая. Слышь, ты чё быкуешь, а? Давай лучше это. Мы с тобой по маленькой. Бык-бык-бык. Давай. Вот, пьянство никого до добра не доводит. Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты быка сгубила. Подвиг седьмой. Принеси мне молодильные яблоки из сада Гесперид. Гириона! 33 коровы! 33 коровы!
Франции. Хочу, чтобы у меня был трехглавый пес Цербер. Не нужен, недорого отдам. Так он же инвалид, у него всего одна голова. Но я 50 рублей скину. По рукам? По рукам. Человек собаки друг, человек собаки друг. Я это знаю все вокруг, это знаю все вокруг. Понятно, всем как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Геракл, ты свободен. Пой свою песню. Танцуйте, кто-нибудь.